Хорошая встреча, давно не играли после перерыва. Сначала начали тяжеловато, не раскатились, а потом все-таки добавили и взяли инициативу в свои руки. По заброшенной шайбе, вот у вашего звена, как раз первая победная оказалась. Вы целенаправленно видели там, куда бросали, видели, что там Сошников уже стоит? Ну, ворота бросал, конечно, как целенаправленно. Сэм здорово перевел, подняли, потому что Адмирал низко играет на защитников. И они привыкли, потому что на маленьких площадках, поэтому здорово получилось. Сэм перевел, я туда бросил, как бросал на гол, но получилось, Сош добил, как бы здорово. Мы сейчас на шестом месте, но уже совсем близко к пятому. Есть какая-то принципиальная позиция, какое место надо занять перед плей-офф? Да нет, если честно, такого нету принципиального. Конечно, хотелось бы повыше, но как бы свое место как займем, как бы так и займем, в принципе. Особо не смотрим как бы на каждую игру, настраиваемся. Был перерыв, не играла команда, да, и вот сейчас 4 игры подряд через день. Насколько это будет тяжело и как с этим справляться надо? Да, это нормально, как обычно, в принципе, как и в сезоне. У нас 7 по 8 игр было через день, так что ничего страшного, готовимся. Мы и готовились, перерыв нормально какой.